входит традицию, День народного единства. Очень важное событие, как раз время задуматься над тем и, очевидно, подтвердить тем, что пока мы едины, пока мы вместе, мы можем преодолевать самые разные вызовы и решать самые разные проблемы. Мне очень приятно, что сегодня я могу вручить государственные награды, награды Московской области людям разных профессий, учителям и врачам разных конфессий. Это тоже очень приятно, потому что благодаря вам, вашей активной жизненной позиции, вашим делам, поступкам, мы меняем мир к лучшему, стараемся обеспечить перемены. Я хочу пожелать всем, собравшимся в этом зале, здоровья, успехов накануне Дня народного единства и, конечно, всем нам не останавливаться на достигнутом. Поздравляю и разрешите мне перейти к торжественной церемонии. Легочными формами туберкулеза, городской округ Балашиха, врачу Воскресенской первой районной больницы. Луканян Альберт Магратычевич, ветеран подразделения особого риска, Чеховский район. Спасибо за столь высокую оценку моего творчества. И хотелось бы сказать, что более 700 профессиональных художников, проживающих, трудящихся в Московской области, готовы продолжать губернаторскую программу «Наше Подмосковье». Подмосковье хорошеет. Ну и надеюсь, что в ближайшее время вашу замечательную идею, Андрей Юрьевич, мы воплотим около станции Котельники. Первый заместитель председателя Совета муфтии России управления мусульман Московской области. Нашей мусульманской общины. Безусловно, с вашим приходом мы видим такую бурную деятельность, активность. И хочу заверить вас, что наши мусульманские общины также поддерживают все ваши направления и активно в них участвуют. И благодаря вашей поддержке мы также развиваемся. Спасибо вам и дай вам крепкого здоровья. Общины города Мытищи. Настоятель православного прихода Никитского храма деревни Бывалина, Павлово-Посадский район. Хочу сказать и отметить, что наше Подмосковье сейчас переживает особенную эпоху, которая в Европе называлась Ренессанс, а у нас Возрождение. И среди многих составляющих этой эпохи, эпоха и такого осуществления громадного проекта, как восстановление порушенных святынь, которые вы вместе с нашим владыкой, митрополитом Крутицко-Луновским Медалем и всей Русской Православной Церкви осуществляете на территории нашей епархии. Спасибо вас, Господи. Thank you.
Микрин Евгений Анатольевич, руководитель научно-технического центра ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева. 35 лет я живу в Подмосковье, в городе Королев, и работаю на легендарной фирме РКК «Энергия» имени Сергея Павловича Королева. Я представитель научного направления, которое было создано Борисом Евсеевичем Чертаком, Борисом Викторовичем Рушенбахом, Виктором Павловичем Легостаевым. Я прошел путь от инженера до первого заместителя генерального конструктора. И наш коллектив в РКК «Энергия» — это творческий коллектив, который решает вот все поставленные задачи, которые перед нами ставятся. Поэтому это награда вот той команды, которую я представляю. Вот. Еще раз большое спасибо за эту высокую награду и всех наступающим праздником. Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева. Еще раз всем спасибо. Я не сомневаюсь, что мы найдем массу поводов встречаться в этом зале, в том числе и для того, чтобы отметить лучших. С праздником!